pilot helikopter K-52 Rusia menceritakan kisah-kisah menegangkan sejak menjalani operasi militer khusus di Ukraina. Tribun Timur mengutip media resmi Kementerian Pertahanan Rusia, sang pilot membagikan kisahnya, termasuk saat berhadapan heli tempur Ukraina. Selain punya misi mengirimkan serangan udara ke infrastruktur militer nasionalis Ukraina, yang meliputi transportasi Mi-8, helikopter tempur Rusia juga melakukan pengawalan udara konvoi militer, termasuk kargo kemanusiaan. Penerbangan berlangsung di ketinggian yang sangat rendah, yang membutuhkan konsentrasi maksimum dan reaksi cepat dari pilot terhadap situasi yang berubah. Sistem pertahanan onboard modern membantu awak helikopter untuk memberikan dampak kebakaran pada pesawat dan menerapkan perlindungan tepat waktu terhadap manpad musuh. Berbagai senjata helikopter memungkinkan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja yang disamarkan, tempat perlindungan, titik kontrol, dan tenaga nasionalis dari jarak jauh pada siang dan malam hari. Вот, а так полеты спокойные, боевая подготовка на высшем уровне, поэтому техника ни разу не подводила. Бортовой комплекс обороны работает отлично. Очень надежный вертолет. Очень много наших ребят как бы работают по всему фронту. Задач очень много, и мест, куда отправляются винтокрылые, очень обширное количество. Постоянно после боевых вылетов происходит сбор личного состава летного и идет разбор того, что произошло на территории противника. То есть рассказываются нюансы, чем противник дышит, как он работает, потому что очень сильно идет противодействие ПЗРК иностранных производств. Конечно же, опыт, который мы здесь получаем, он бесценен. Это и полеты с огибанием рельефа местности, и наши современные комплексы обороны, которые спасали от пуска ракет. Старики чем помогают, что рассказывают вообще? Как их поддержка помогает, то, что матеры, ну, конечно, они рассказывают, как это было до Украины, то есть Афганистан, Чечня, многие такие, сирийский конфликт, весь этот собранный опыт они показывают нам на примере сегодняшней Украины, поэтому разбирая много ситуаций, которые происходят в воздухе, мы понимаем, что летаем на очень надежной технике, у нас очень хорошие инструктора, и бояться нам не приходится.